Приветствую всех на канале Мусалим. Сегодня у нас в работе BMW 3 серии. Машину разобрали. Увидели полное отсутствие шумоизоляции в багажнике. Вот здесь раз, два куска, три. И все. Арки ничем не заклеены, крылья ничем не заклеены. Все пусто. Все гремит. Соответственно, из-за того, что на арках нет никаких материалов, ни вибро, ни шумопоглотителей, очень хорошо слышно дорогу, колеса шумят. Это все мы будем обязательно исправлять. В дверях шумка присутствует, но недостаточное количество для того, чтобы автомобиль был комфортным. Тоже будем добавлять обязательно виброизоляцию. Дальше крыша. Достаточно большая площадь. Всего лишь один усилитель посередине. Соответственно, вот эта часть она очень хорошо вибрирует. Создает дополнительный дискомфорт при езде. И дополнительные шумы возникают из-за этого. Это тоже мы сейчас все протрем и будем клеить виброизоляцию. Дальше на полу шумка есть. Впереди, сзади. Но, видимо, ее качество недостаточно высокое. Потому что шум все равно проникает в салон. Хотя здесь ковер толстый, поролоновый, но это не спасает. Впереди тоннель голый. Сзади есть вибруха заводская. Здесь тоже сейчас все обезжирим и нагретый материал будем приклеивать и прокатывать валиками. BMW готовы двери, прокатан потолок виброизоляции. Вот сейчас клеим второй слой шумопоглотитель. Также проклеили пол. Сейчас на него тоже будем клеить шумопоглотитель. Продолжаем работу. Завершили проклейку BMW. Вот так вот сплошным ковром заклеено арки, двери. Начинаем собирать салон. Багажник BMW проклеен, арки проклеены более толстым материалом для лучшего эффекта, крылья тоже все прокатаны. Приступаем к поклейке следующего слоя. Завершили проклейку багажника BMW трешки. Так это все у нас будет выглядеть. Приступаем к сборке. Завершили сборку BMW. Автомобиль полностью готов. Все на своих местах, все панели защелкнулись. Ничего не будет дребезжать, скрипеть и греметь. Все включается, выключается, все отлично. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте ваши комментарии под видео. Подписывайтесь на наш канал. Всем пока.